Мы живем на главной улице России, в старинном волжском городе Ярославле. Это самый крупный на Верхней Волге индустриальный и культурный центр. В тысячелетней истории Ярославля наш завод-строитель кораблей занимает менее 100 лет. Но мы гордимся, что рождением своим он обязан Великому Октябрю, участием с первых лет советской власти в защите социалистического отечества. Наш фильм, созданный к 60-летию родного завода, познакомит вас с его историей, делами и людьми. Шла гражданская война. 4 августа 1920 года вождь Октябрьской революции Владимир Ильич Ленин подписывает постановление Совета труда и обороны, которым предусматривается передача в ведение Совета военной промышленности нескольких десятков предприятий, имеющих, как сказано в документе, чрезвычайно важное значение в деле обороны республики. В перечне предприятий называлась и только что организованная Ярославская судоверь. Так она выглядела в 20-е годы. Этот снимок сделан первым главным инженером предприятия Леонидом Григорьевичем Пискуновым. Строили здесь тогда мотолодки для военных флотилий молодой республики Советов, отбивавшей яростные атаки Белой гвардии и интервентов на Волге и Амударье, Северной Двине и Амуре. На этом снимке вы видите отправку катеров по железной дороге для Мударинской военной флотилии, боровшейся с басмачами. По окончанию гражданской войны вся наша страна выглядела как огромная строительная площадка. И Ярославская судоверь тоже расширялась. Партийная ячейка предприятия направляла опытных рабочих из числа коммунистов на самые трудные участки. В начале 30-х годов советское правительство приняло решение о превращении Ярославской судоверфи крупнейший завод по строительству катеров. В декабре 1933 года состоялась закладка нового завода. Первые кирпичи в основании будущего гиганта, писала газета «Северный рабочий», заложили ударники верфи товарищи Булгаков, Севастьянов, Маслов, Пискунов. В 1935 году ярославцы включились в стахановское движение. На этих снимках мы видим тех, кто был в числе первых 45 стахановцев верфи. Это ударники труда Булгаков, Севастьянов, Маслов, Солнышков, Корёгин, Комиссаров, Спиридонов. Активное участие в стахановском движении вывело коллектив предприятия в число победителей всесоюзного социалистического соревнования. И в 1939 году это явилось основанием для приглашения директора предприятия на прием в Кремль к Сталину. Вскоре после этого заводу было доверено строить новую, нужную для страны продукцию. И последующие события показали, что ярославские судостроители с честью оправдали оказанное им доверие.
началом Великой Отечественной войны многие ярославцы ушли на фронт. А завод продолжал работать, ковать оружие для победы над врагом. Почти половину коллектива составляли женщины и подростки. Работали порой по двое суток, не выходя с завода. В 1942 году коллективу было вручено знамя Государственного комитета обороны. А за досрочную поставку Сталинградскому фронту катеров, оснащенных «Катюшами», большая группа рабочих и инженеров завода была награждена орденами и медалями. Эта книга вышла в свет 3 десятилетия спустя после Великой Отечественной войны. И можно сказать, что воспоминания Леонида Ильича Брежнева, генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР, ярославские судостроители читали с радостным волнением. Ведь многие из тех катеров, которые обеспечивали высадку десанта на Малую Землю под Новороссийском, были построены в годы войны в Ярославле на нашем заводе. Команды катеров, воевавших под Сталинградом, на Днепре и в Приазовье, на Дунае, а войну заканчивали на Шпрее, комплектовались нередко из коммунистов и комсомольцев нашего завода. Боевые катера ярославской постройки в память о подвигах моряков и трудовой славы судостроителей воздвигнуты на постаменте в Новороссийске, Волгограде, Таганроге. Никто не забыт, ничто не забыто. В память 130 работников завода, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, установлен у заводской проходной обелиск. И в праздничный день Победы, 9 мая, сюда приходят семьи фронтовиков, сыновья и внуки героев фронта и тыла Великой Отечественной, чтобы отдать им дань уважения и память. Что завод представляет собой сегодня? Рассказывает директор предприятия Иван Александрович Зверев. Ярославский судостроительный завод сегодня – это развитые промышленные предприятия, строящие современные морские суда. Основной судостроительной продукцией завода являются рыболовные сейнеры-траулеры проекта 503 и морские буксиры-спасатели проекта 1454. Эти суда пользуются большим спросом, выполняя важные народно-хозяйственные задачи. Они выпускаются с государственным знаком качества. На заводе постоянно проводится работа по повышению технического уровня, совершенствованию управления производством и организации труда. Механизация производства приносит наибольший эффект, когда она проводится в комплексе. К примеру, с освоением поточной линии резки листовой стали механизмом смогли передать все операции и по переноске заготовок. Машины «Кристалл», оснащенные оборудованием для плазменной резки, выполняют работу в автоматическом режиме по заданной программе с высокой производительностью и точностью. Хорошая оснащенность, высокий уровень механизации складского комплекса позволили снизить за 2 пятилетки число транспортно-складских рабочих на 10%. С 1970 года на заводе внедряется автоматизированная система управления предприятием на основе применения электронно-вычислительной техники. Ныне ОСУП решает задачи технической подготовки производства, технико-экономического и оперативно-производственного планирования, материально-технического обеспечения. Ярославцы ввели в эксплуатацию комплексно механизированный центральный комплектовочный склад, что позволило привести перестройку организации труда
и перейти на комплектацию бригадокомплектов, механизировать тяжелый ручной труд, повысить культуру производства, поднять производительность труда. Ярославский судостроительный по праву стал базовым предприятием отрасли по внедрению научной организации труда. При механической обработке деталей судов используется высокопроизводительное оборудование, в том числе станки-автоматы и станки с числовым программным управлением. Парк высокопроизводительного оборудования значительно возрастет с вводом в эксплуатацию второго корпуса механического цеха. Планом реконструкции и технического перевооружения предприятия в 11 и 12 пятилетках предусматривается также строительство блока корпусных цехов, что позволит создать необходимые условия для увеличения выпуска буксиров-спасателей и других типов судов. Ярославские судостроители принимают активное участие в преобразовании Нечерноземья, выполняя большое количество заказов для села. Для самоходного тормозоготовительного комбайна ЯСК-170, выпускаемого в Ярославле, корабелы изготовляют рамы. Большое внимание уделяется на заводе развитию производства товаров массового спроса. В этих целях организован, в частности, механизированный участок. Быстрая сменяемость номенклатуры изделий, выпускаемых в основном для детей, обеспечивает высокий спрос. Завод-инициатор работает по встречным планам. Выполняя их, коллектив берет такие рубежи, которые значительно превосходят плановые установки. Прирост объема производства достигается в основном за счет роста производительности труда. Как уже отмечалось, вся судостроительная продукция завода выпускается с государственным знаком качества. Впервые высшей оценки было удостоено головное судно новой серии буксиров-спасателей, которому было присвоено имя бывшего директора Дмитрия Трофимовича Дудченко. Дмитрий Трофимович Дудченко возглавлял наш завод во время послевоенной реконструкции предприятия. Тогда заводская продукция вышла на мировой рынок, на океанские просторы. В советской и зарубежной прессе отмечалось, что построенные вслед за Дудченко спасатели отличились в своих первых же рейсах, оказав помощь иностранным судам в северных морях. А наш головной продолжает выполнять задания Каспийского нефтегазфлота. В кают-компании экипажа коммунистического труда на видном месте портрет Дмитрия Трофимовича Дудченко. Имена многих ветеранов вписаны в историю завода членами комсомольского поискового отряда «РУН». На этой встрече ветеранов войны и труда мы видим кавалера ордена Ленина Якова Михайловича Корёгина. Он проработал на судостроительном около полувека. Член партии с 1919 года Александр Тимофеевич Комиссаров был первым комсомольским вожаком завода. Кавалер ордена Ленина Александр Васильевич Спиридонов, пришедший на верь в числе первых 10 рабочих, стал родоначальником целой династии ярославских корабелов. Вениамин Сергеевич Гурьев пришел на завод в 1930-м, когда был объявлен первый набор в школу фабрично-заводского ученичества. Тогда, в 30-м, над первым выпуском ФЗО взял шефство ударник труда Иван Александрович Булгаков. А в 70-е годы эту эстафету наставничества продолжил лучший мастер завода Вениамин Сергеевич Гурьев. Он частый гость в профессионально-техническом училище предприятия.
а в цехе по-гурьевски работают под девизом «Наша норма, полторы нормы» члены бригады аргоносварщиков, которую возглавляет молодой коммунист Иван Семенович Киреев. На трудовой вахте в честь 26-го съезда КПСС он и его товарищи выступили с почином. От съезда к съезду 6 годовых норм. Патриотическое начинание получило одобрение в партийном комитете завода и горячую поддержку во всех цехах предприятия. В 60-летие завода более 100 рабочих отметили досрочным выполнением личных 5-летних заданий. За победу во всесоюзном социалистическом соревновании 1979 года коллективу завода было вручено красное знамя министерства и ЦК профсоюза. Работа Корабелов стала надежной основой для успешного претворения в жизнь планов социалистического развития коллектива. Еще в 9-й пятилетке судостроительный завод вышел на первое место среди промышленных предприятий Ярославля по вводу жилья и срокам предоставления его рабочим. Среди новостроек последних лет жилые дома и магазины, поликлиника и школа, детские сады, баня, спортивный зал. И все это наряду с реконструкцией предприятия, осуществляемой по перспективному плану развития. Хорошо известно судостроителям имя бригадира каменщиков отдела капитального строительства завода Валерия Павловича Ушакова. За большой личный вклад в обновление микрорайона он удостоен медали за трудовую доблесть. Сейчас застройка ведется домами повышенной этажности. Завод много уделяет внимания воспитанию молодой смены рабочего класса. Активно воздействует на профессиональную ориентацию школьников. Уроки труда для учащихся теперь нередко начинаются с экскурсий по заводу. Школьники систематически выходят на субботники и воскресники по благоустройству микрорайона. А завод ежегодно выделяет средства на оснащение кабинетов и лабораторий, оборудование ученических мастерских, направляя в школы и в пионерский лагерь передовых производственников вожатыми. В заводском пионерском лагере имени Александра Матросова стали традиционными встречи с ветеранами войны и труда. И, конечно, здесь созданы все условия для активного отдыха. Популярен клуб юных корабелов. Много игровых площадок. Успешно решается на заводе и проблема обеспеченности детскими учреждениями. Их в настоящее время 6. Более 1000 ребятишек весело и интересно проводят тут свое время, пока их папы и мамы на работе.
Когда мы попросили мальчишек показать, в какие игры они играют, большинство, к удовольствию взрослых, направилось на кораблях в море. И это понятно. Ведь на заводе строят морские суда. Свадьбы, конечно, не редкость в любом городе. А пришли мы сюда запечатлеть памятные события для знатной, известной на заводе рабочей династии семьи Солнышковых. Глава этой династии Федор Дмитриевич Солнышков был в числе первых рабочих Ярославской судоверфи. В 30-х годах одним из первых стахановцев, автором книги «Моя пятилетка». Сейчас на заводе трудятся представители третьего поколения Солнышковых. Гордятся корабелы и заводом своим, и тем, как вырос микрорайон судостроителей. Достопримечательностью его стал этот парк, получивший название «Березки». Здесь в дни праздников и народных гуляний выступают участники заводской и клубной художественной самодеятельности. Расположился и заводской спортивный комплекс, где рабочие, школьники, учащиеся ГПТУ посещают различные секции. Одних спортивных секций создано около 20. Мальчишки с корабельной отстаивали спортивную честь Ярославской области в финалах всесоюзных игр «Кожаный мяч» и «Золотая шайба». На турнире юных хоккеистов страны в Челябинске Ярославская «Чайка» стала серебряным призером. Приобретает популярность и мотоспорт. Зимой ли проводятся эти соревнования или летом, они становятся праздником для тысячи болельщиков. На спортивных площадках микрорайона организована сдача норм комплекса «Готов к труду и обороне». Много приходит зрителей и на ежегодные соревнования судомоделистов. Они проводятся здесь в канун Дня военно-морского флота. Становится уже традицией, что ярославские судостроители идут в числе первых праздничных колонок демонстрантов Фрунзенского района Ярославля. Это признание авангардной роли корабелов в коммунистическом строительстве на Ярославской земле.